И столько удивительных игр Господа. That's like the Lord's mother. Have you swallowed any dirt? Как однажды мама спросила Господа, ты что, ел глину? No, this is a false complaint, Lord Rama, brother. И Господь ответил, нет, это ложное обвинение, это наветы на его брата. Mother said, we have so much milk butter in the house. Why should we eat dirt? Мама сказала, у нас дома столько молока, столько масла, столько йогурта, зачем тебе есть глину? И что сказал? Если ты не веришь, что я не ел глину, я могу открыть рот и показать тебе. И когда Господь открыл рот, что увидел Ишода у него во рту? Она увидела всю Вселенную, полубогов, как живые существа страдают от последствий своих действий. Когда она это увидела, она не могла понять, она спит или это сон, или явь, что она видит. To someone layman, this appears to be a fairy tale. Для человека обычного мирского человека это может показаться какой-то сказкой. Mythology. Мифами, мифологией какой-то. It's like when you talk about the appearance of the Lord in London Secondary. Или когда мы говорим о явлении Господа в образе Нарисимхадева. Полу человека, полу льва. С материальной точки зрения это вообще за гранью понимания. Но для Бога нет ничего невозможного.